Недавно один молодой парень задал мне вопрос. Говорит, я же вроде бы хороший, почему люди вокруг меня недовольны мною? Что бы я ни делал, все-таки находится человек, который недоволен мною и осуждает меня. Что бы ты ни делал, так и будет. Люди будут осуждать тебя по причине своих выгод или же нужд, которые исходят от тебя. Люди будут осуждать тебя. Будут хвалить тебя, будут осуждать тебя. Это всегда будет так. Так даже было с пророками. Алейхим ассалям. Запомни, что нету выгоды показывать себя хорошим для людей. Потому что в наше время большинство людей не ищут хороших людей. Они легко верят тем, которые изображают хороших людей. К большому сожалению, это очень распространено. Они хотят легкости, легкого друга и все. Хотят, чтобы вокруг них всегда был человек, который им говорит ложь, хвалит их. Когда ты начинаешь человеку говорить правду, человек находит искать в тебе тоже проблемы. Поэтому не ищи не осуждение людей и не будь тем, который там хочет заработать довольство людей. Заработай довольство Всевышнего Аллаха, и все будут тобой довольны.